Уважаемые друзья, по итогам прошедшего июня чемпионата Европы сборная Беларуси по футболу завоевала право принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут летом будущего года в Лондоне. Таким образом, футбольная команда нашей страны впервые примет участие в этих незабываемых соревнованиях. Для любого спортсмена выступление на Олимпиаде – большая честь и ответственность. Несмотря на известный лозунг «Главное не победа, а участие», хочется достойно представить нашу страну на этом планетарном форуме и показать красивый футбол. Символично, что грядущие Олимпийские игры пройдут в столице Великобритании, на родине футбола. Уверен, что все участники соревнований проявят свои лучшие качества и порадуют миллионы болельщиков со всего мира. Желаю всем любителям спорта насладиться выступлением ведущих атлетов мира, получить заряд бодрости и хорошего настроения. А всем участникам спортивных побед, мира, добра и благополучия.